Бояться не надо, надо доверять врачу. Кстати говоря, тенденция такая в последнее время не очень хорошая. В этом смысле доверие к врачу, я имею в виду, много обсуждается, да, и так далее. На самом деле, я еще раз хочу сказать: сегодня сердечно-сосудистая хирургия располагает полным арсеналом а, безопасных методов. У нас ведь а, сегодня больной не остается на операционном столе. Я помню практику там, скажем, 20-летней-15-летней давности, ну, умер на столе, говорили. Сегодня этого нет, потому что у нас есть эксокорпоральная мембранная оксигенация, у нас есть искусственные желудочки, сердце. У нас все есть для того, чтобы человека, что называется, выходить, а потом думать, что дальше делать. Поэтому вот такая ситуация. То есть, если не попал в этот заход из Ингушетии, приедут еще, обращайся к местным врачам. Опять же, вы сказали, лекарства работают. Да. Главное, вот к знахарке не ходить, к бабке, да? К медикам ходить. Вот это я хочу пояснить одну вещь. Да. Понимаете, вот когда там зелье какое-то дают, это же, вообще-то говоря, непонятный компот. Почему, почему я об этом говорю? Потому что вот каждая вот такая малюсенькая таблеточка, она содержит компоненты, которые придут туда, куда надо. Вот куда надо, они туда придут, да, потому что так устроен вот человеческий организм, что он живет на градиенте давления. Значит, мы живем на градиенте давления между сердцем и маленькими сосудами, да, сердце проталкивает, потому что там нет сопротивления. На градиенте давления существуют, в частности, вот и все химические реакции. Все в балансе. Вот кислород мы вдыхаем, там, скажем, условно говоря, 107, да, а на выходе там его 40 миллиметров тутного столба. Mm. И точно так же вот это лекарство, которое правильно сделано, если оно, конечно, на правильно Правильные сделано, да, да, вот такое фабричное лекарство, оно компоненты его придут туда, куда надо. Вот в чем дело.